Кирилл Бирюков, игрок сборной России. Привет, Кирилл, поздравляю. Расскажи, как прошла игра, сложно было, что получилось, что нет? Привет. Ну, игра складывалась не просто, как и предыдущий матч мы пропустили первый, но что радует, что мы легко отыгрываемся с полной уверенностью в том, что мы забьем на гол как минимум больше, чем соперник. В этой игре не стало исключением. Даже мы разбирали Испанию, и могу сказать, просто немножечко, наверное, как из Индии, в это время нам нужно было разбегаться. Что ни говори, мы знали, что нам надо разбегаться, но, тем не менее, начали так, как и с Молдовой. Очень тяжело входите каждый раз в первую половину, пропускаете первыми. Очень тяжело получается взаимодействие. Что случилось? Ну, я могу сказать честно, в этой игре уже взаимодействие я изнутри ощущал лучше, что в своей пятерке, что смотрел за ребятами в их пятерке. Поэтому могу сказать, эту игру занести надо как положительный актив нашей команды. Ну, я видела, что вы отрабатывали на тренировке какие-то стандарты. Как раз получилось, насколько я понимаю, забить именно это. Что еще приготовили к Перу? К Перу, я думаю, тренерский штаб опять устроит разбор игры. Подготовим, думаю, там уже что-то особенное. И мне кажется, нужно, чтобы все-таки наш ветеран, наш Лев, наш Муфаса, получил шанс, и это легенда. Я думаю, он сыграет, также поможет нам, как в первом матче, забьет или будет на последнем рубеже действовать самоотверженно. Спасибо. Что-нибудь хочешь сказать болельщикам? Да, хочу, чтобы летели сюда побыстрее. У нас еще здесь до 20-го. Пусть к финалу подъезжают. Спасибо большое. Вам удачи.